Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим, что же я заказала и что заказали мои клиенты по восьмому каталогу 2020 года. В связи с тем, что плохо работают доставки, пришел мне немножечко с опозданием, но все-таки пришел заказик. Самого каталога у меня нет, я все каталоги раздала, поэтому показываю фокус. У меня он выглядел именно так, может быть... Вы получите потом его с другой обложкой, потому что такое уже было, что трендсеттерам высылали другую обложечку. Ну ладно, дело не в этом. Давайте посмотрим, что же у меня заказали. Во-первых, по очень хорошей цене была большая пена литровая «Сладкие сны». У меня заказывает ее подруга не первый раз. Очень она ей нравится. Именно этот аромат нравится. И, ну и вообще, пены Вейван, что ни говори, а отличные. 169 рублей стоила такая пена. Еще раз скажу, что она в объеме литр, целый литр. Дальше. Абсолютно невыгодная была покупка в этом каталоге, но подруга так захотела. Кактусовый перевал 250 мл стоил 109 рублей. По-моему, 500 мл стоил 129. Но она захотела купить именно маленький, и моим уговором не поддалась. И, я не знаю, может, конечно, знаете, бывает такое, что такая полочка в ванной, которая не предусмотрена для того, чтобы хранились большие бутылки. Может быть, дело в этом. Но, в общем, сам по себе аромат очень неплохой. Я его уже тестировала. Он мне нравится. Он необычный. Такой очень... растительный, вот если можно сказать, то это про этот аромат. Хороший аромат. Молодцы. Avon что-то придумывают новенькое. Дальше, конечно же, куда мой заказ без спреев. Три спрея у меня было в этом заказе. Два из них из распродажи. По 79 рублей они стоили, вот эти лимиточки. Кстати, обратите внимание, очень классные предложения, праздничные пожелания. Значит... «Сияющий фей сахарные сливы» и «Сладкая цитрусовая искорка». Между прочим, в этих спреях очень большой процент спирта. По-моему, здесь эти спиртовые, потому что у них были какие-то не спиртовые. И я знаю, что многие девочки сейчас используют эти спреи как антисептики. Насчет антисептиков мы сегодня еще с вами поговорим, потому что я заказала в Avon антисептический гель. Сейчас я вам тоже его покажу, но обо всем по порядку. Дальше у меня заказали еще вот такой дзен, мандарин и жасмин жидкое мыло. Оранжевый, кстати, жидкое мыло, на мой взгляд, не такое густое, как гель для душа, потому что сейчас гель для душа буду показывать вам в прозрачной упаковке. Жидкое мыло стоило 109 рублей, и здесь 250 мл. Хочу понюхать его. Ой, ну прям мандарину. Я таким жидким мылом пользовалась бы под Новый год. Мне кажется, что это актуально прямо под Новый год. Так, дальше. Была по хорошей цене сыворотка «Всесторонний уход». 159 рублей. Единственное, там почему-то не было зеленой моей любимой. Если бы она была... Наверное, я бы ее купила, потому что у меня буквально осталось там на два применения. Очень неплохие эти сыворотки. Лично на моих волосах они работают. И цена классная. Мне кажется, все знают их. Ну, они очень давно в каталогах, такие старички. Знаете, вот на самом деле старички. Особенно те, кто занимаются Avon'ом давно. Знают эти сыворотки. Так, я сказала, что мне заказали три спрея, показала только два. Этот спрей был в каталоге на распродажной странице, и стоил он 99 рублей. «Цветущая сакура». И, кстати, еще девочки-представители знают, что когда оформляешь заказ, есть интернет-распродажа, там тоже были спреи, по 50 рублей они были. Как только я начала заказывать, уже показали, что их нет на складе. Но, давайте, раз я начала про распродажу, давайте сразу скажу. Там были вот такие тканевые маски, я прикупила сразу две по 49 рублей, они были там в наличии. Она увлажняющая, если я правильно помню. Для лица гранат. Одна штучка. Две штучки были, получились 98 рублей, и на них вообще не распространялась скидка представителя.
Так, показала вам. Дальше. У меня заказали, была очень хорошая цена на вот этот крем. Эни, девочки, обратите внимание, у кого проблемы с кожей, у кого аллергия, у кого есть пигментные пятна. В Avon есть очень хороший крем, 50 SPF, и в 8-м каталоге он стоил 299 рублей. У меня заказывает родная сестра Сережи, не первый раз уже этот крем. И она дает их два вида. Вот она первый заказала, ей понравился, и сейчас она заказала матирующий. Очень классный крем, очень качественный крем. И девочки, у кого такие проблемы, у кого аллергия, у кого пигментные пятна, знают, что найти хороший крем не так легко. Это прям я вот вам советую. Мне не стыдно, когда у меня заказывают средства Эню, они у них на достойном... Ну как, достойные они у них. Дальше я себя тоже не обделила. С страниц... Не помню каких, если честно. Сейчас скажу. 105-107, наверное. При покупке двух средств от Эню была скидка 40%. И я решила себе заказать маску для лица. Драгоценные масла. Я честно скажу, что я ее не тестировала. Просто я прочитала и подумала, что... Ну, почему бы нет? В общем-то, сейчас я вам скажу, сколько она стоила по каталогу и сколько я за нее заплатила в конечном итоге. Итак, маска для лица стоила 399 рублей по каталогу с 40% скидкой. Она вышла у меня 239,40. Ну, на мой взгляд, для хорошей маски для лица, тем более, что это не как бы одноразовая, 75 мл, здесь очень даже неплохая цена. Но если бы не было 40% скидки, конечно же, я бы не заказала. И также я себе заказала согревающий гамаш с витамином С. Давно смотрю на эту серию с витамином С. Очень мне было интересно ее попробовать. 75 мл. Она уже идет без слюды, без всего. И видите, уже на белом тюбике что-то вот грязное. Кстати, зафольгировано? Нет. Она даже не зафольгирована, это вот не очень приятно. У нее оранжевый цвет, видите, такой яркий. Так, давайте, раз уж такая пошла история, я хочу прямо ее нанести. Так. Очень-очень яркий цвет. Ага. Ну, мелкие такие скребиночки есть. Мелкие, еле ощутимые, абсолютно невидимые. Ой, пахнет очень нежно и очень приятно. Такая цвет, знаете, перламутровый. Мне кажется, будет очень классный гамаш, кстати, если честно. Ой, приятно пахнет, безупречно. Пахнет безупречно, если можно так сказать. Но то, как она была упакована, и то, что он такой яркий изначально, этот цвет, вообще не зафольгировано, ничего. Я, видите, вот ее пачку, я думаю, что она у меня в конечном итоге вся будет вот такая облепихового цвета. Дальше я купила себе, в общем-то, не стала я ждать больше никаких супер цен. И купила за 169 рублей, если я не ошибаюсь. Да, крем для ног, там нужно было купить два. Дело в том, что у меня сейчас последний, у меня запасов вообще его нет, а я его обожаю, и его очень любит мой муж. И на моих ногах этот крем для ног работает вообще лучше всех. Просто идеальный крем для ног, и я не могу, когда у меня его нет в моем шкафу. Если вы не пробовали, кстати, за 150 мл, я думаю, что это не такая большая цена, и если я в нем уверена. Но он, по-моему, вот он не зафольгирован, нет. Вот посмотрите, какой он. Очень приятно пахнет, и он не меняется с годами. Вот я уже сколько, я лет 5, наверное, им пользуюсь. Он такой же прекрасный, как и был. Он абсолютно не меняется, этот крем. Так, дальше. Дальше, ну, кульминация моего заказа, это увлажняющий гель для рук с антибактериальным эффектом, да. Он появился буквально недавно, я чисто случайно о нем узнала, вы посмотрите, не хочет фокусироваться. Так, 100 мл содержит 64% спирта, в фикс-прайсовском геле 70% спирта. Но меня, конечно, покорило то, что он увлажняющий. Так, сейчас я вам все здесь покажу, потому что для кого-то это очень важно. И мне написали: Марина, напишите состав. Вот он состав. Все есть.
Объем 100 мл, цена 99 рублей. На этот гель действует скидка представителя, и он мне обошелся в 76 рублей 23 копейки. Это очень хорошая цена. И единственное, что, по-моему, нельзя заказывать больше 3 или больше 5, наверное, больше 3. Когда я заказывала, даже не мигало, что их нет, ну, там, недостаточно на складе. Знаете, бывает, товар закончится, нет. То есть они были в изобилии. Дальше из фокуса, конечно же, у меня заказали вот этот прекрасный набор. Аромат геля для душа я уже потестировала. На мой взгляд, он больше пахнет маракуйей, чем гибискусом, но запах очень-очень приятный. И я думала, что он будет схож с прошлой. Такой у них тоже был какой-то аромат. Вот смотрите, намного гуще гель для душа, чем жидкое мыло. У них была прошлая летняя лимитка. Очень приятный сладкий аромат. Прямо, я бы даже сказала, что здесь маракуйя и какой-то, и карамелька, знаете, какая-то очень приятный ароматик, шикарный. И алоха маной, кокос и цветок тиаре, скраб для тела. Он, опять же, не зафольгирован. Сейчас скажу, чем он пахнет. В нем, как обычно в эйвоновских скрабах, не очень много, но такие очень ощутимые скрабинки. Он пахнет, на мой взгляд менее, так знаете, больше меня впечатлил дизайн его упаковки. Немножко плоский аромат. Но это, опять же, он может разокроется там, знаете, как с новой силой в ванной, и будет все по-другому. Стоил этот набор 149 рублей по фокусу. Конечно же, я набрала... Тут у меня дети немножечко эту брошюрку поюзали. Нужно было набрать на сумму 2400 и получить аромат за 35 рублей. Вот он, этот аромат. Я его получила, очень этому рада, если честно. 50 мл. А, туалетная вода, розовый букет и кашемир. Скорее всего, как обычно, это вот... Я чаще всего такие подарочные водички просто дарю кому-то, и люди радуются. Я не знаю, сколько твой приз. 35 рублей. Все правильно. Он стоил. Скидки на него нет. Так что Avon не обманул абсолютно, молодцы, дарят подарки, уже второй каталог подряд. И еще я, кстати, заказала по фокусу пробнички помад, порадую своих девочек, потому что ароматы уже как-то не очень их радуют. Решила заказать помадки. Может быть, кто-то подберет себе что-то похожее, в общем-то, вот так. Вот так. Вот такой у меня был заказ, надеюсь, он был интересный. Естественно, я получила фокус и каталог новый, поэтому давайте не будем прощаться, а переходите сразу же, видите, я уже начинаю заговариваться, к следующему видео. Всем спасибо большое за просмотр, и я вам говорю всего лишь до следующего видео.